Сегодня мы пообщаемся с нашей юной моделью агентства Legend Models Анастасией Шумиловой и ее мамой Еленой Викторовной. Елена Викторовна, расскажите, пожалуйста, что подтолкнуло вас привести свою дочь в модельное агентство? Ну, мы вообще никогда об этом не думали, и ее агентство привела моя подруга. Но так как мы потом узнали об агентстве, что оно было признано лучшим колледжем модели, и мы, не сомневаясь, упустили ее. Настя, расскажи нам, пожалуйста, как началась твоя модельная карьера? Мы пришли на кастинг модельное агентство Legend Models, и меня приняли в колледж моделей. А что было после окончания колледжа? Потом я получила свой первый контракт в Таиланд. Сколько тебе тогда было лет? Мне тогда было 13 лет, и я была в 8 классе. Ты первый раз летела с мамой? Да, первый раз я летела с мамой. Елена Викторовна, как вы восприняли новость, что ваша дочь получила свой первый контракт за границу в столь юном возрасте? Ну, мы, конечно, не ожидали, что это будет так быстро. Мы волновались, собрали семейный совет, посоветовались все. Но потом я пообщалась с девочками, которые уже ездили от этого агентства, и все благополучно работали, возвращались. И все было хорошо. Настя, а какие были твои впечатления от твоей первой поездки? Мне, правда, очень понравилось. У меня было очень много съемок, и мне очень понравился этот город Бангкок. Он очень яркий. А не тяжело ли тебе было совмещать карьеру модели и учебу в школе? В Таиланд я полетела летом в свободное от учебы время. Я знаю, что второй раз ты летела сама. Ты не боялась? Нет, мне было не страшно. Елена Викторовна, вы спокойно отпустили своего ребенка одну? Да, так как я уже там была, я убедилась, что отдаю ребенка в надежные руки профессионалов. Настя, я знаю, что у тебя сейчас уже третий контракт. Куда ты летишь? Да, я лечу в Японию. Елена Викторовна, что бы вы могли посоветовать родителям, которые сомневаются, приводить ли своих дочерей в модельное агентство? Ну, я бы посоветовала приводить, так как здесь работает команда профессионалов, и оно надежное, имеет очень хорошую репутацию. Девочки, которые ездили от этого агентства, все возвращаются, все довольные, хорошо отработали свои контракты, счастливые, посмотрели мир и другие города. Спасибо вам большое, Настя, желаю успешной карьеры. Спасибо, и девочкам тоже. Спасибо вам тоже.